Дорогие друзья и гости моего канала, всем привет! На своей странице в Инстаграм Димаш поделился фото и написал: «Я провожу дни в студии, берегите себя, скучаю по вас». С большим нетерпением ждали концерт в Минске 4 апреля, но по всем известным причинам концерт перенесли на 28 марта 2021 год. Диарс Беларусь поделились кратким видео, ссылка будет в описании. Димаш, мы ждем тебя в Минске! Дорогие друзья, очень интересное видео предоставили Диарс Башкортостан. Они вспоминают первый концерт Димаша в Уфе в 2016 году. На репетиции распевался так, что стены дрожали, а еще сохранился билет, и это будет началом для музея. Посмотрите, как все это было. Очень интересно. Друзья, спасибо за просмотр. Всего самого хорошего вам и прекрасного настроения. Заходите почаще на канал, там найдете много интересного. Пишите комментарии, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Билет на концерт Димаша в ноябре 2016 года, который он дал в Уфе в рамках своего первого сольного тура. Вот он, этот билет. Он теперь для нас просто вот самый дорогой раритет. Вот. А хозяйка этого билета, наша башкирская Диарс Сауя, она была на этом концерте в 2016 году. Вот нам повезло, что мы нашлись, что мы встретили ее. И она сегодня нам рассказала, как это происходило, что концерт был просто замечательный. Да, Сауя? Да, вот, очень. Расскажи пару слов. Концерт очень понравился. Димаш пел великолепно, замечательно. Несмотря на то, что тогда он был никому еще не известен. Неизвестен, да. В России. В России, да, в России. Вот мы мало. Первые шаги, считай, делал. В Казани концерт дал, потом в Уфе. Да. Уже тогда был уровень такой очень высокий, наверное. Да, да, да. Я очень много снимала, фотографировала. Мне очень-очень понравилось. Вот, да, да. Мы такие счастливые пошли. И приезжали ведь еще там мама и папа, да, Светлана и Канат были. Светлана и Канат, да. Тоже пели. Пели очень тоже хорошо, мне очень понравилось. Замечательно. Да, 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 да. Вот, и действительно, вот это вот, ты вот рассказывала сейчас, как он распевался там. Распевался в гардеробщице, сказали, вот полдня он распевается, такой голос, у меня все стены дрожат. Все стены дрожали, в общем, вот перед концертом там даже, вот говорит, билетерши, работники театра, где он выступал, были восхищены, потому что такого, говорит, голоса еще не слышали никогда. Вот, поэтому вот в 16 году, конечно, видите, как нам повезло нашему городу, но, к сожалению, мы вот не все там были на этом концерте, потому что не знали. Никого не было. Да, из нас, вот я, да, и поэтому повезло. Надеемся, что в ближайшем будущем Димаш еще раз посетит наш город уже на стадионе с многотысячным аншлагом. С тех пор я поклонница. Да. Фанатка. Вот фанатка. Да, 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 да. Получается, с этих пор ты. Да, да. Ой, какая молодец. Приглашаем. Так что вот этот вот билет, он будет в нашем музее. Если мы, да, мы создадим музей «Ваш Диарс», посвященный Димашу, и это будет у нас первый такой экземпляр раритетный нашего музея. Начало. Начало, да. Приглашаем всех дорогих к нам в Уфу.